Всем добрый день. Я продолжаю свои прогулки по новогодней Москве, такие, знаете, завершающие, потому что раньше не заканчиваются, но все равно еще хочется куда-то успеть. Конечно, всю новогоднюю Москву просто, наверное, нереально показать. Вот. Но все равно что-то хочется посмотреть самой и показать вам. И сейчас я нахожусь около ЦУМа. Почему сюда приехала? Перед ЦУМом каждый год на площади ставят много-много красивых елок. В ГУМе они внутри стоят и маленькие брендовые елочки, а здесь стоят на улице. И так как у меня на канале, ну кто смотрит постоянно знает, проходит парад новогодних елок. То есть, ну может быть я немного в этом году елок показала, конечно все их невозможно показать. Вот, но кстати мне помогал еще в моем параде Юля, канал «Гуляем с Юляшей», если она где-то видела в своих поездках елочки, она их мне обязательно снимала, присылала, и я показывала вам. Вот. Но так как праздничные дни заканчиваются, подходят к концу, я решила сегодня приехать именно сюда, к ЦУМу, чтобы, ну, скажем так, сделать такой парад алле новогодних елок, такой завершающий в этом году. И здесь много, видите, вот там уже видно отсюда. И ну, такой вот завершающий парад алле новогодних елок. Поэтому пойдемте посмотрим с вами эту новогоднюю красоту. Так, чтобы пройти елочку, мы с вами пройдем вот через такие ворота красивые. Вот. Но правда говорят, что днем здесь как-то лучше смотреть эти елки. Но все равно, ну вот я попала сюда вечером. Я надеюсь, что мы и вечером с вами все сможем разглядеть. Так, здесь что у нас? Здесь у нас Шель. Насколько я поняла, елки около ЦУ в этом году посвящены русским традициям. Так вот Samsung. Сейчас вам покажу оформленный, видите, вот такими бантиками красивыми. Так, это у нас Кшель, я так понимаю. Так. Вот так, здесь у нас кто? Давайте посмотрим. А здесь балет. Балет красивый. Спорту посвящено, вот здесь такие флажки висят. Спортивная такая елочка. Там медальки наверху висят. Видите, а вот здесь вот тоже висят медальки. Ой, как красиво, как здорово. Ой, смотрите, какой шарик интересный. Гагарина. Так, а здесь у нас кто? Вот смотрите, какие маленькие цветочки красивые. Ой.
Тверская, смотри. Тверская. А, здесь написано «Примечательности». Да, смотри. Тверская, 18. О, кушайте. А, елка посвящена Тверской. Смотрите, какая яркая елочка. А здесь, наверное, нашему российскому производству молоко. Смотрите, индийский чай. Вот там сгущенка. Черная икра. Мандаринчик, смотрите, висит. Ой, здесь смотрите, лапти. Тут действительно прям народным промыслом счастье. Тихо, любовь. Знаете, какие лопатки. А вот такие куколки здесь. Вот висят. Да, конечно. Ой, смотрите, какая лошадка. Хороший. У меня почему-то качество, наверное, мороз так действует, но я стараюсь. Хочется показать вам каждую елочку отдельно. Все-таки вот у меня парад-оле. Парад-оле новогодних елок. Смотрите, как красиво. На елке. Она посвящена щелкунчику. Смотрите. Смотрите, здесь щелкунчик. Так же, как у Большого театра. Это знаете что? Максим Романов. Балет щелкунчик. Это вот авторская елка. Она такая яркая. Здесь у нас, я так понимаю, украшения какие-то, да? Ой, музыка такая замечательная. Так, а, вот, тут написано, сейчас я вам прочитаю. Александра Долгополова, «Морозко». Вот. Такие авторские елочки.
А, белочка вот еще есть. Так. Вот здесь лисичка. Вот здесь курочка. Там Буратино. Вот тут Дед Мороз. Ой, как красиво! Замечательно, правда? Необычно так. А, вот здесь тоже, кстати, что-то написано. Сейчас вас прочитаем. Евгения Панченко. Русские народные сказки. Марина Павлюк, лесные жители Жостова. Ой, немножко картинка плывет, вы меня уж извините, я так думаю, что это от мороза все-таки, от сильного. Очень красиво. Ну и на этом я закончу свой парад аллей новогодних елок вот здесь, около ЦУМа. Всем большое спасибо за то, что вы погуляли здесь со мной, что вы посмотрели, что вообще смотрели мой парад новогодних елок. Вот такой ЦУМ украшенный. Я прошу прощения еще раз, иногда качество съемки, ну, немножко было изображение там. Но это, наверное, из-за сильного мороза. Первый раз я с таким сталкиваюсь. На этом я заканчиваю. Всем большое спасибо. Всех еще раз с наступившим Новым годом. Еще раз с наступившим Рождеством. Всем мира, счастья, здоровья, всего-всего самого наилучшего. Оставайтесь у меня на канале. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Я говорю вам до свидания. Еще обязательно увидимся. Welcome back.